Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить торт «Прага» по старинному рецепту из времен СССР великого кондитера, который очень много пирожных придумал и сделал много тортов, Владимира Гуральника. Для нашего торта нам понадобится 3 яйца. Мы берем для выпечки коржей 3 яйца, 1 стакан сахара, 300 граммов сметаны, чайную ложку гашеной соды, уксуса, так, пол баночки сгущенного молока и 3 ложечки какао. И для крема нам понадобится сливочное масло 250 граммов, оставшиеся пол баночки сгущенки. И специально для крема, для нашего, мы будем варить манную крупу на молоке, такую густую кашу. И для глазури нам понадобится сливочное масло, 2 столовые ложки какао, ну и все, будем приступать к приготовлению. Разбиваем 3 яйца. Добавляем 1 стакан сахара. Сахар я насыпаю на глаз. Так, растираем яйца вместе с сахаром. Добавляем 300 граммов сметаны. Это примерно получается где-то 1 стакан неполный. Так, добавляем чайную ложку гашеного уксуса. Добавляем чайную ложечку соды. Мы ее гасим уксусом. Добавляем половину баночки сгущенки. И все перемешиваем тщательно. В наше тесто мы добавляем 3 столовых ложки какао, порошка. Добавляем 1 стакан муки. Еще на всякий случай мы добавим третью часть. Получается 1 стакан и еще 3 часть муки. И все перемешиваем. Выкладываем бумагой на форму. Лишнее нарезаем. Смазываем сливочным маслом. Мы посыпаем немножко маночки, чтобы нам было легко снять бумагу. И выливаем половину нашего теста в форму.
ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, до готовности. Примерно это будет 25 минут. Тесто у нас коричневого шоколадного цвета, поэтому проверять мы его будем зубочисточкой, чтобы оно у нас не подгорело. Нашу кружечку мы наливаем в стаканчик молока. Добавляем в молоко 3 столовых ложки манки. Так, манка варится достаточно быстро. Вот буквально она закипела, значит, она уже сварилась. Выключаем ее и остужаем. Манка должна быть 100% остуженной, холодной. Торт мы проверяем на готовность. Так, мы взяли зубочисточку и прокалываем корж и смотрим, готов он или нет. Корж у нас готов. Мы его вынимаем. С помощью бумаги это очень легко сделать. Переворачиваем. И эту бумажку мы используем еще раз. Точно так же мы ее посыпаем манкой. Оставшееся наше тесто. Добавляем 250 грамм масла. Добавляем оставшуюся сгущенку. Выкладываем остывшую манку. И все начинаем взбивать. Крем у нас получается такой воздушный, приятный у него цвет такой, лайм. И добавляем чайную ложку ванильного сахара. Добавляем 1 чайную ложку коньячку или половину столовой ложечки. Можно добавить водочки. Все взбиваем еще раз. Наш готов. Мы его ставим в холодильник. Второй корж наш готов. Мы также его проверяем на готовность. Готовился он у нас где-то минут 15-20. Питал у нас хороший, готовится быстро. Вытаскиваем его и остужаем. Делим наш крем примерно на 4 части. И начинаем промазывать коржи. Значит, мы разрезали первый корж на 2 части. Его намазываем кремом. Промазываем как следует края, чтобы они у нас не были сухими. И выкладываем грецкий орех.
Можно его заранее нарубить и как бы удобно вот так порезать его. Выкладываем на наш корж следующий. И точно так же мы наносим на него крем. Распределяя его. Торт этот готовится достаточно быстро. Он легок в приготовлении. И ингредиенты в него кладутся обычные, простые. Он экономичен. Как бы. И очень-очень вкусный. Разрезаем наш следующий корж также на две части. Также выкладываем следующую часть и продолжаем распределять крем. Приступаем к приготовлению глазури. Значит, масло 100 граммов мы опускаем в кружку, его растапливаем, кладем сюда же какао. Где-то у нас получается 3-4 столовых ложечки. Все раз перемешиваем. Ждем, пока наша масса растопится. Его на верхнюю часть торта мы кладем гладкую сторону коржа. Так удобнее будет нам, чтобы на нее накладывать глазурь. Глазурь наша горячая. Мы ее немножечко остудили, чтобы она чуть-чуть остыла, такая погуще была. И мы потихонечку ей взбиваем наш тортик. Выравниваем. Хочу сказать, что торты это такое приятное блюдо, которое всегда вдохновляет. Здесь можно композиции разные придумывать, можно показать, на что ты способен всякими разными украшениями тортов. Распределяем глазурь ровным слоем. Оставшуюся часть крема мы наносим на бока нашего торта. Вот так вот промазываем его. И лично от меня я хочу украсить торт тертым шоколадом. Я его натираю на крупной терочке. Шоколад обычный, лучше использовать горький. Я взяла шоколадку Аленка, как бы она вкусная и более-менее здесь натуральный шоколад содержится. Торт мы посыпаем шоколадом, украшаем. Торт наш готов. На его приготовление у нас ушел ровно час. Сейчас мы его поставим в холодильник, чтобы он немножечко подмерз. У нас получился очень красивый, свеженький. Ему обязательно нужно дать пропитаться.
Тортик наш готов. Он получился очень вкусный и очень нарядный. Готовьте тортики в домашних условиях. Пробуйте, экспериментируйте, балуйте своих близких. Приятного вам аппетита и спасибо!